Молочная железа имеет довольно сложное строение. Это железистая, жировая и соединительная ткань, которая разделяет железу на доли. Они состоят из большого количества альвеол. Это маленькие мешочки, в которых производится молоко, и млечных протоков. Доказано, что формирование молочной железы происходит еще в момент внутриутробного развития. Оно одинаковое как у мальчиков, так и у девочек. С началом полового созревания у девочек млечные трубочки начинают расти. Увеличивается количество жировой и соединительной ткани. Это происходит под действием женских половых гормонов. Полного развития молочная железа достигает только во время беременности.